О, фокус пульнешь меня, когда скажу. Хорошо. Тут подъедь поближе, а то в прошлый раз меня пульнули, я не долетел. Ангелев, ты... Там, у тебя протоспек есть? Вуди, не начинай, пожалуйста, я на 30 секунд отойду. Зелон. Зелон у тебя. У нас нету второго танка. Вот. Можно Ллойда попросить, чтобы зашел на танк. У нас просто дофига фуриков. Просто спрошу. Тыкните на сумму. Тут бы вылезти из машины, там вылезти на сумму. Идем по машинам. Тактик только в звездочку. Разрушитель, кто у меня стапик начинающий? Будет говорить. Это потом звездочку, когда придешь. А он уже сел. Это окей. Садитесь все по машинам. Первый на пассажирское место. Первый, кто садится, сразу пересаживается на пассажирское место. Второй садится в водитель. Инфлайер. Я вот думаю, куда сесть. Куда-куда. Я типа поставлю метку. Вот звездочка. Ты сейчас, получается, третий, да? Ты помнишь? Да, я походу забагался опять. Слезь. Я не могу. Слезешь, Киря, пожарим дворфу. Так, да, тут получится. Прилогуюсь, не могу слезть. Когда сядешь, когда зайдешь, я поставил новую звездочку, ко мне сядешь. Да, он там есть вот кружок слева. Можешь туда по-моему сесть. В повороте там, по-моему, забагался. Вроде нормально. Так убьем кофе. Поехали, бей. Поехали к воротам. Сейчас садитесь так же, как сидели. Так,
Быстро не садитесь, подождите, пока люди там пересядут. Садись в правый финфайр. Все заехали. Там еще кто-то. Войт, Зелоны. Тели? Подождите, стойте, стойте. Сейчас еще не все. Опять забагается. Все заедьте за линию. Давай. Пять скинь. У вас получилось! Оборона Ульдора пропана! Что за хуйня? Давай, Финфайр, ты первый сядешь. Сядь на пассажирское место. Как пересаживаться, где кнопка с дерева? Карты нарисована машина, и там второе место нарисовано. Надо на него нажать. А я не вижу, блять, подождите. Карты и машины нарисованы. Во, понял. У меня просто аддон был этот. Я с аддонами намудрил. Заедете все за линию. Там кто-то не заехал еще. Да, я выкинул. Давайте залетите здесь, я сейчас попробую сам согреть. Так, шарните кого у кого есть. Да не стреляйте по воротам. Твоя задача двоечкой сбивать бочки, которые наверху летают. Стрелять двойкой по бочкам наверху. А тройкой поднимать на полу лежащие вот эти бочки, которые падают. Поднимай тройкой, когда там видишь, как колчаран лежит под боссом. Выбери его в цель и поднимай Финфайр. Поднимай колчедан. Почему вы нас убивали? Не поднимает. Ну выбери его, и тройку нужны. Вон лежит бочка на полу. Все поднял. Еще один поднимай сразу. Есть, короче, фокус ближе. Отдай я. Пайм, сейчас этот исчезнет, но он поднимет. Тоже босс упал. Снимай еще. Хуляй. Запулировать? Да, давай. Я опять не долетел. Бля, ну... следующий раз делаем. Ну, вроде не исполнил. Да там нет, там, походу, в натуре вообще просто вплотную надо подъезжать. Да, дотекало. На танка. Колечко. Танк есть какой-нибудь?
Ну, интересно, Вероку, да? Не заходи в инсту сейчас по телу ресу. Если не найду, конечно. Ну ладно, заходи, я не найду. Тут у нас на Англии будет на этом трэш, который по ачеве, который жарить будем, а каноп на, ну, на всех, которых мы убиваем. Дайте шкаф суманем. Ну да, кстати. Там типа от блока урон идет. Хламончик, а у тебя есть этот мишка? О, отлично. Вот будешь третьим танком, спекайся тогда. Да что раньше-то были? Один может, второй может. А мне спек приходится менять. У нас каноп танка, еще кто? Хламончик и Англиф. А, Хламончик и Англиф, окей. Вот три танка. Дайте баф, пожалуйста. Баф. Давай пришествие, раздашь всем кулаки, Крис. Ты, а вы... кого держать. Хламончик и каноп, значит, танчит. Трэш. Та-та-та. Хорошо, давай так. Хламончик потанчишь по ачиве мобов, а по товары и БДК потанчит. А пришествие бахнет по шаманам, пожалуйста, этот кулак. Я поставлю. Один вышел. Кружок не берите. Ломончик забираю. Фокус подбивай, там трэш, что 30% беда. Стилинг не подбивать, потому что я сам смысл. Много трэша вышло. Метки на всех покупают. Подводите к хламончику, если на вас согрелся кто-то из меток. Он заберет. Больше по кресту красному секрет. Так, больше не забирай. Мы все равно вот, ладно. Олег, там добивайте всех. Все станьте перед мордой босса.
массой не заливайте. Убейте босса, подводи трэш. Тут потихоньку подбивайте. Раздавать? Мне не надо. Сейчас еще раз она взлетит и еще поджет. Этого убьем, он все равно слышит. Очень много вышло. Возьми мост, а он сейчас подведу. Сними. Нахуй. Да, я не таунтил. Сам. Что за дырочка? Убивать там рамбик еще до 20 где-то. А сколько еще пожарили-то за первый заход? 2 штучки. Ну, густо. Еще 3 вышло. Ну, запри сколько сможешь там. Немного. Мастаунт, нет? Нету? Помогите подбить кружок где-то без дот только, без дот. До 20% всех надо снести. Знаете, все перед мордой босса. Можешь раз давать, я сам. А еще 6 штучек. Ну, в следующий раз. Каждый раз жарим где-то. Получится. Тут 6 обычно. Так и не дожарили. Нормально, почему? Короче. Ты чё, пол? Это надо кому-то? Да, скинь печать. Сейчас будет. Вот это надо?
ставлю метки. Бой по нашему кружочку. Пришествие крестику желтому. Звездочки. Мы сделаем по нерфе тех ломоботов. Нет, конечно, это что? А, ломоботов это че? Это, которые долго. Это 20 минут. О, это. Мы на ней тогда просидели. Там пейтера рыли. Полтора часа где-то. Бомбочка в танке оставаться или дела? Давай, Англиф, тут фурика. Танки попробуешь завести в воду. Сейчас так же. Кружок воет, звездочка пришла. Маги, дайте стол потом. Давай, Ангриф, да-да. Маги, дайте стол, пожалуйста. Кликните еще один. Спасибо. Там Клота умирала, забафайте ее. Все, пойдем, Агри. Сейчас у кого стоит каст ауры, когда он будет кастовать, прожмете мастера. Да не надо будет стопать каст. Сейчас прожми мастера. Получилось. Спасибо. Уже не зря пришел. Там погоди, один еще не раскрылся. Попкас. Стоп, он тебя больше. Что, раскалились из воды? Я воду вижу. Для дроп, что ли? Вот походу да, что это второй осколок уже. А? В том рейде
Две недели назад, 5 штук упало. По-моему, 6 упало на твоем рейде. Нет? Теперь 5. Интересно, какая она. Сразу? На трансфлот прикольнее. И колечко. О. Да не, не надо в танк. Тут надо вам какие-то ачивки, промокоды. Или Геру был делан, Геры жив. Я вот это долбил. Только если это. Не-не, это. Нам надо специально собираться. Типа мы можем здесь просидеть там, не знаю, часа полтора ее делать, куда потом не будем ничего делать. Но тут. Да что, бурсим или что? Что просто? Да, мы сейчас убиваем на сердце. Черные метки выбегаете с рейда. Или можете стать белый захерен. Вот выбегает. Сердце выпадет, играем по сердцу, убиваем сердце, потом играем по трэшу. Трэш, фламончик забери, главное больших, держи их вне рейда. Вон бегут здоровые, с одной стороны оба вышли вот звездочкой. Играйте по трэшу теперь. Переводите хорошо. Синяя, поднимай пионы. Выведи из почта трэш, ну. А, меня... А, хламончик, сейчас закончишь, меня подними, у другого. Иди меня. Давайте рост. Давай подумай. Ой, ты выбегай с меткой. Выйдите из черной лужи, походу. Артвейдер, выходи. Мозгов там полуоткаску продали.
По барам тоже. Не стоит метки. Вот этот трэш здоровый, он на уешек вокруг себя нехило так. Ну и стоп. Валик, носи. Где волны выходить? Долго мы его убьем. Будьте грудь. Если бы тебе там могу пару. Ну, блядь, спасибо, хилы. Надо хрубая волковская пушка. Ладно, ты вообще... Ты забрал? Чуть, если вам что-то надо. Ну, блядь. Куда вы без хилов идёте? Лоу, блин. Да, блядь, вы... Чего вы стоите возле босса, блядь? Тех мобов надо контролить. Пройти по звездочке. Играли по звездам. Ну, вставайте, бегите. Рыба в углу стоит. Слушайте, а где вот эта фляга продается? Железная. Разве глядеть?
10 реликвий Ульдуара. Или там, по-моему, надо за 10 сделать квест, а потом тогда ты сможешь покупать. Еще за 10 купишь. Давайте в кубов. Посмотри-ка, оно тенеет звездочку. Играем по звездочке. Блин, зачем еще так? Техломанчик хорошо, очень хорошо. Пухи туда резонки найти. Их можно огреть всех вместе, только если у тебя есть хорошие хилы с чешками. Там все падают иначе. Блять, кушай минус, пиздец. Оставшихся. Да, хэм. Мы давно не делали хэм. Выпить себе ключ. Тоже хилоспек, но здесь. Да, спек, если там. Смотрите, будет вешать этот здоровый чувак, будет вешать дебаф на танка. У нас паладинов нету, поэтому его надо будет с него диспелить. А, давай пришествие. Пель Англива. Я вот этот танка? А? Танка мне? Да. Ты потанчишь большого, коноп маленького, а среднего хламончика. Играем сначала по маленькому, потом по среднему, потом по большому. Как, ну, короче, надо как можно быстрее диспалить. Санклива дебаф, он очень сильно дамажит по танку. Кого я танчу? Кирилл, а? Танчу. Ты маленького. Ты пойдёшь? Я готов. Я
буду спокоен лишь когда окончательно избавлю. Смертные слабы и немощны. Вэр, у этого креста лисения эпидемии, пожалуйста, фокуса. Ай, быстрее. Англия, да. Англия в диспол. Зачем ты играешь по-большому? Скажи, пока. У меня все по-другому становится, когда ты убиваешь одна. Давайте все в синюю лужу. Играйте по-среднему. Среднему играйте, не по-большому. У него нет смысла играть, у него хп отхилится, когда вы убьете среднего. Сейчас он будет синяя лужа. За нее сразу будет зеленая. Надо будет перед ней разбежаться. Все, разбегайтесь. Сейчас будет зеленая. Вы бегите из нее. Быстрее, быстрее, быстрее выбегайте. Упал Англия, лови канал большого. Лови большого. В среднем вы сыграете, потом будете по-большому. Пойдите к Анобу, как только на него дебил фиш. Выйдите из... Ты можешь... Смотри, беги. Хилик тихо, как следует Англию. Тихий воином стопом Англию хилик. Через свет, пожалуйста. Он установил без престол. Альпич. Возможно! Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Да, выбеги, Англик, сейчас рванешь. Рольте. Рольте. Ну а что дает пошняга? Это ключ к головному. А, ключ к головному, точно. Надо ФПБ на Эрдру, коли креста. Да. Мащик. Интересно. Тинки кожные. Давай я безоружен.
Сейчас играем по правой руке, потом давай англиф в ДД. А, нет, стоп, здесь три танка надо. Играем по правой, потом по левой, потом опять по правой, опять по левой, тело не бьете. Потом наполовину сносите правую руку и одновременно с левой заливаете их две руки. Загнут. Да, короче, танчи первый. Первый БДК вообще, ну ладно, там кто получилось уже. Играйте по правой. Все по правой. По телу не играйте. Если хочу, вы хотите, не играйте по телу. По правой, потом по левой. Там ждем. Ставил звездочку, потом по пушку. Свободный танк, забирай трэш. Забирай канат. Да, ждите. Так и ру. Не бейте, не бейте. У него ХП падает. По правой играйте. Играйте, краш. Тело не играйте. Появится правая рука, сносим ее до половины. Там прям по левой. Идем левой. Топните по телу. Еще 4% снесете и не будет чего. Половина. Ждите левую руку. Сейчас вы... Ну, мы не сделаем, короче. Тело 16%. 15 уже. По левой сильнее. По левой стопните в правую. Да. Сделаем 9 жизней. Хотя давай, да, давай сделаем 9 жизней. Спек... Не надо туда спекаться. Ну, типа сделаем 9 жизней и больше ничего не будем делать. Сейчас биофика 30 секунд. Так, а у нас танк отошел туда, не будем делать. Сейчас просто его убьем. Надо кому-то мечить, а то на трансмут прикольный там.
Так что, в танке, нет? Да, в танке. Там охламончик ушел. Не будем делать? Не-не, 9 жизней не будем. Ну там танк ушел один. Так, чё, оффхенд нужен кому-то? Пишу квоты не ливай, я начислю ЕП, и она тут же ливает. Так у нее рога не в гильдии. Да я знаю, просто чтоб я не забыл. Ладно, я записал там. Так, давайте, огрите трэш. Ближнего коноп, дальнего англив. Давайте их одновременно. Вернее, от рейда тут. Ну, без смертей, конечно, тоже по левому играйте больше, по звездочке. Их надо одновременно забить. Может кто-то еще в танк спекнется? Ну, а то мы сомнительно, что мы без смертей сделаем в двух танках. Под повороте поднимись. Поднимитесь назад, все, сейчас босс придет. Давай, да, он спекайся в танка. Делаем как? Наверху вот здесь танчим босса. Сейчас я на себя поставлю. Вот весь рейд будет стоять в звездочке. Внизу сначала два танка забирают по две кошки, разводят их в сторону, там внизу, и весь рейд заливает этих кошек. Потом играем уже по боссу. Да, он спекнулся, англик. Сейчас, погодите. Альпич, Люцифер. Сейчас пошли на ту сторону, где там будем играть. Канал. Гоните, не огрите. Только англи. Да. Давай даун ближнего, а англи дальнего. Верните от рейда. Она идет. Понимаете их? Ну, в смысле. И другие, да. О. Надо их сведите, их они. У них агро, видите. О, да. Прекрасно. Ну, падаем чуть. Они бессмертные, ёпта. Ой, дай диван, или кто-нибудь, половину. Я понимаю, у меня там час ночи, но вы-то что, в шары бьетесь или что, блядь? О, смотри, Войт это. Говорил, здорово, Войт. Прозрел. Заговорил. Я тут сижу, сплю, а вы в шары бьетесь. Зачем вы агрите трэш вместе с боссом? Вы что, его поднять не можете наверх по лестнице или что? Там петы просто, наверное, остались как обычно. Ну, я лично поднял, я не знаю, что второй там делал.
Вот, вар вообще сдох, вот этот даун. А вы сдохли из-за того, что вы их развели слишком далеко. Они вас срубили с одного удара. В разрушенную галерею портуетесь. Арит мобам. Или нет, нет. Держат люди. А, сняли. Давайте фулбах. Давайте дверь, потому что я понял. Он бежит еще. Да, без смерти уже не засчитает. Каску. Каску, крест. 300 баф. Вот, охламончик вернулся. Давай даун назад туда. Дайте пристабав. Ну, можете поферять тайник. Сейчас одного удара срубает. Так, отойдите все, отойдите назад. Босс идет. Лера. Профите ангелов, пошли на ту сторону.